Да. Так. Значит так, сербу нет, вискур в конце, Сендре болеет, ну пусть болеет, пацан болеет. Они болеют. Пусть болеет. Питание его все до конца недели поганое, его исключим. Мы же ходим, тренируемся, он не ходит. Пусть не кушает тогда. Так, буга болит. Истрати, шестой. Шесть. Истрати готов? Первый? А, нет. Истрати. Сейчас. Артур. Так. Восьмой. Гыска Николай. Гыска. Ох, сейчас. Какой. Пьет. Поганый какой. Харепиги. Харепиги. Ну, тебя готовится. Ну, я понял, вообще. Пампани. Да, вот так. Я начала. Сбоку встаньте. Пошел. Не трогай, отойди. Да нормально. Даю 30 секунд. Так. Все, Николай, жиру. Мунтян. Помогайте ему туда. Зеро. Так, Андрей, кто будет? Что, пытайтесь, пацаны. Помогайте. Тихо, не шуметь. Не шуметь. Тихо. Что долго? Подбородок даже сверху не могу поставить. Все, гата, веру. Так, после Максим. Уно. Дой. Тихо. Три, подбородок выше. Патрон. Дата, патрон. Так, Домбровский, Веру. Так, Влас Кристиан нету. Никулевский нету. Так, Вискун Денис. Сколько там на отлично? Восемь. Все можно? Да-да. Выше раз. Два, фиксируй. Нет. 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 Да как нет? Так нельзя делать, слезь, слезь, так нельзя делать. Да чтобы... Рука сорвалась, ноги ушли, ты головой ударился об это и умер. Этому лицом. Два раза. Так, сырбу нету, шендри нету, буга. Сашенька готовится. Раз, два, три, четыре. Руки выпрямляют. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Тихо. 15, 16. Время. 16 раз. Молодец. Более. Раз. Два. Останови его чуть-чуть. Три. Все, не надо. Четыре.
5, 6, 7, время, Воля, молодец, 7 раз, больше, чем тренер. После боли Артур, пожалуйста. Надо 18, нет. Выше, выше. Выше. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Выше. 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 И выше. Ты, смотри, ты нервничаешь, а когда ты будешь сдавать экзамен, ты будешь нервничать, тебе могут из-за того, что ты не, как бы не очень этот, могут вообще взять результат. Какой смысл нервничать? Да, вот, просто о себе скажу, да, здесь было жим-лежа. Я делаю 100 килограмм, пришел 8 килограмм, мне не засчитали. 90 не засчитали. Я взял человека и спросил, почему? Не судье. Он мне сказал, поэтому, поэтому, поэтому. Я взял простого парня, которого знал, который этот, и пошел, снял диски просто с одним грифом. 40 раз сделал. Потому что там все по командам идется. Там старт, жим, стойки. Старт, жим, стойки. Сделал 100 килограмм. Но я же не обижался. Какой смысл обижаться? Есть правило. Но если ты подбородок не ставишь, то что я могу сделать? Итак, Буга, 16 раз. А я не сделал. Истратьте 7. Сможешь? Да. Давай, попробуй. Где хочешь? Раз, два, три, четыре. 4, 4, 5, выше, 6, 7, выше, пожалуйста, 7, 8, 9, время, то есть 30 секунд, 9, так, 9. Значит, отлично, это 18. Отлично, 18. Что могу сказать? Посмотрите, да? Миша может бороться и с Артуром, и с Сашей более. Почему? Потому что физика. Есть в руках сила, может бороться, когда Саша имеет 66, а Миша 55. 10 килограмм, это очень много. Хотя и Саня не слабый пацан. И с тобой может Артур побороться. Выиграть, не выиграть, это другой вопрос. Но побороться он может, то есть ты не можешь его разорвать. Все зависит немножко, видите, от физики. Молодцы. Значит, что мы сейчас делаем? Сейчас встаем. Еще раз, не обижайтесь на меня. Зачем мне обижаться? Просто когда вы боретесь, что-то делаете где-то на соревнованиях, оно вот то так и начинается. То есть, значит, встали, встали. Прыжок с места, с места. Отлично, 2.40. Значит, отсюда, если мы прыгаем, вот это 2 метра. Вот это примерно 2.40. Вот так. Значит, что мы делаем? Сейчас колени, все. Встаньте, пожалуйста, встаньте туда. Саша туда. Миша туда. Остальные здесь. Значит, еще раз, разогрели колени столько. И не надо прыгать сразу 2.40. 2.50 не надо прыгать. Сначала вы разминаетесь, то есть у вас 5-6 прыжочков. Старайтесь метр, ну, да, метр 50 прыгнул, метр 60, чтобы ножки разогрелись. И затем вот отсюда, там будете сидеть, отсюда вот, отсюда встали и сделайте прыжок. Я не буду говорить точно, потому что я не без сантиметра. Вот. Но... Вот, например, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы должны прыгнуть за 2 метра. Я
Ну, вы тем более должны. Прыгайте сразу очень далеко. Ушли туда. Так. Вы более 2000 курников. А сколько попыток? 2.40 это. 2 или 3 попытки. Нет. Первая идет просто. Стоп. Итак. Сейчас, одну секунду. Все, ну хватай, А ну, Миша, спрыгни еще раз, только не так далеко. Ага, все, отлично. Сейчас я просто поставлю камеру. Значит, еще раз. Пацаны, у меня к вам большая просьба. Вы когда остановитесь, да, вот так старайтесь. Вы прыгнули. Прыгнули? То есть если вы в носках, еще что-то, вы обязательно чуть-чуть проезжаете вперед. Это может быть вот, вот, вот. Поэтому... Так, все отсюда ушли туда. А, да. И первый я не записываю. Второй, третий, четвертый записываю. Пожалуйста. Или записываю? Не знаю, как. Пожалуйста. Записываю, значит. Да. Так. Нет. 2.03. Можно еще раз? Нет. Ушел. Что, один раз? Ушел. Туда ушел. Ты сырин же? Нет. Бога. Запоминай. 2.03. Денис, 2.03. У тебя три, еще два пушка. Пожалуйста. Так, 2.30. Запоминай, 2.30. Потому что я записываю лучшую. Так, Боля. Боля потом обадись. Боля, он что-то салат убежит. Так, 2.28.
ворог, я первый чем видит дочек. Я так, 2.35. О, да, сейчас я скажу, кто следующий. Так, Истратий Артур, потом Николай Бирска, потом Утяну, потом Никобуц, Ботай, Домбровский. Пожалуйста. Уходи. 2.25. Ну, вот видишь. 2.62. Ой, 1.62. Так, 1.70. С той стороны, пожалуйста, отходите. 1.70. Так, 1.68. Так, после... Макс, бухни. Ушел вперед. 182. Так, ну, 135. Макс, сюда. Сюда уходите. Ребят, смотрите, вы прыгнули. Если вы ушли сюда в сторону, вам попытку не засчитывали. Это по правилам. По правилам сдачи экзамена, легкой атлетики, вы должны сделать шаг вперед, уйти, вперед из ямы. Так же, как Виталий. Есть круг, ты метнул. Есть такие усики, если ты сюда вышел, ноль. То есть нужно поворачиваться, выходить назад. Это такое правило, поэтому обходите меня, пожалуйста. Ну что, рискую, вторая попытка. Запоминайте. У тебя какая попытка? Сколько? 2.03. Мне это 60. У тебя 2.03, да? Так, 2.05. Пожалуйста, следующий. Было 2.03, Денис, 2.02, нет. Боже. Уходи. Так, 2.46. Ну, следующий. Боля, аварии, страх.
Метр сорок, 2.40. Стоп, подожди. 2.40 попытки какие были? 2.35. Нет, это же хуже. Это 2.30. Пожалуйста, Истрати Гриска-Мунян. Истрати Гриска-Мунян. Прошу вас. Два тридцать. Два семьдесят. Метр семьдесят. Метр семьдесят два. Метр метр пятьдесят пять. Метр 80. Ничего, так подкачаемся, все будет нормально. Пацаны, где ручка моя? Дай мне ручку, пожалуйста. Так, я буду спрашивать, вы мне даете лучший результат. Вискон.